сад живет собственной жизнью и диктует нам свои условия, а мы должны подстраиваться под них. У меня вот вымерзла слива, я ее обрезала и сделала птичий домик. Я повесила таблички с названиями, кормушку для птиц. Сказочное дерево около бани как раз в лесной зоне. Видите, птичка залетела и в кормушку. И вот у меня теперь совсем по-другому заиграло это дерево. Более интересно, я считаю. И вот эти вот таблички, я хотела их сначала сделать самой. Но поскольку я купила в магазине вот название, поэтому пусть вот эти таблички пока повисят, а потом со временем я могу их заменить на сделанные собственными руками. И вот посмотрите, это еще один момент, который привораживает взгляд, останавливает взгляд на себе. Вот это дерево. Давайте подойдем поближе и посмотрим все-таки, что же там написано.